Итак, дальше. Minitel заработок. Вот новый хайп появился у нас, значит, такой. Там что-то дней 9 или, ну, меньше 10, в общем. Значит, вы вкладываетесь также туда и, типа, получаете, короче, кучу бабла. Сейчас я вам покажу, как тут все это... Тут, как обычно, надо войти. Ну, это все ерунда. В хайпах самое главное успевать заработать. Кто не успел, тот опоздал. Значит так. Итак, якобы. Якобы. Вот мои вклады были. Вот. Ваш доход. Мои вклады. Вклады были. Ну, а теперь смотрим. Мои вклады. Значит, 100 рублей. Вывел типа 125 рублей. В работе вот 2000 установил. Типа должен 500 рублей заработать. Но еще не время. Время должно остаться еще 3 часа. Вот, еще 2.20. Время у нас 17.50. То есть 8 часов я зайду попозже. Да, 2000 рублей. Типа 2500 заработал и 2500 надо снять, да? Ну хорошо. Типа вывел средства. Но, что, как вы думаете, случилось? Правильно. Случилось следующее. Мне пришли 25 рублей, вот видите. 25 рублей пришли. Что они мне говорят? Ну, что они мне говорят? Они мне говорят, так... Вот, я написал, пробовал вывести 2500, пришло, как это невозможно, зачли и т.д. и т.п. Заказали выплату, да. Покажите операцию, операцию я показал, вот она. Смотрите статус в разделе «Моя операция». А зачем мне смотреть в операции, если 25 рублей пришло? Так что, что я должен сказать? Все это херня. Отзыв они, конечно, не пропустят мой. Как они отзыв мой пропустят? Еще бы. Вон, видите? Поскольку собираюсь я в YouTube оставить этот отзыв, они, конечно же, его не пропустят. Вот. Так что Minitel, это очередной лохотрон. И не советую вам сюда вкладывать, потому что все эти комментарии это фуфло. И 2000, как бы, ну 2000 не жалко, но смысл в том, что даже 2000 люди не могут заработать, даже 2500 они не могут заработать. Ну, то есть с этой конторой все понятно. Все, до новых встреч.